В конференц-зале научной библиотеки имени Лобачевского Казанского университета состоялось открытие 21-й международной молодежной научной школы «Когерентная оптика и оптическая спектроскопия». Ее слушателями стали студенты и аспиранты, а среди спикеров – преподаватели Казанского университета и ведущих вузов страны, занимающихся исследованиями оптической спектроскопии, а также нанооптики. Сейчас очень такой мощный тренд – это нанооптика. Это исследование взаимодействия света, электромагнитного излучения с веществом на уровне отдельных фотонов и отдельных частиц, отдельных молекул, отдельных атомов. В самых разных областях науки, не только в физике, но и в химии, и даже в медицине, эти вопросы играют ключевую роль. И вот сейчас такой общий мировой тренд – это переход к нанооптике. Российским ученым предстоит рассмотреть также проблемы квантовой оптики, атомной и молекулярной спектроскопии и многое другое. Для многих слушателей принимать участие в этой школе стало уже доброй традицией. Мы начали сюда ездить уже 10 лет назад. Я еще в те времена был совсем молодым ученым. Нам настолько понравилась эта школа, что сейчас вот уже, собственно, и мои ученики, студенты, аспиранты тоже сюда приезжают. В рамках школы пройдут лекции, секционные доклады. Спикеры и слушатели обменяются своими знаниями и опытом, полученным за годы наблюдений. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.